Пришло время для моего выступления как координатор рабочей группы. И вначале я хотел бы, чтобы мы увидели ролик. Дорогие друзья, я представляю, может быть, многие тысячи евангельских христиан России, которые совместно с Российским еврейским конгрессом, Российским центром «Холокост» согласились вместе войти в этот проект, вернуть достоинство, прийти на эти места, где лежат невинно убитые и невинно забытые, и восстанавливать память о них. Я хочу сказать, что чтобы вы, евреи, всегда знали, что с вами рядом всегда есть те, которые готовы оказать вам любую помощь, быть в ваших днях скорби, испытаний. Но если пригласите в ваших радостных днях, мы с удовольствием будем. Вы знаете, вот там в уголке стоят скромные ребята. Это епископы, пастора из Республики Кавказа, которые ежемесячно молятся о еврейском народе, которые собирали пожертвования и внесли свою лепту в строительство этого памятника. Вы знаете, я думаю, что память – это то, что является частью божественной сущности каждого человека. Это то, что Бог вдохнул, когда Он вдыхал перст земли, из которой был сделан человек, свой дух, он вдохнул память. Память – это то, что соединяет прошлое с настоящим. И это то, что определяет будущее.
Я так рад, что здесь стоят дети. Вот эти люди были забыты, которые лежат здесь или где-то в другом месте, но мы о них вспомнили. Они были многие годы забыты, но сегодня их память, она как бы поднялась. И я верю, что вот это новое поколение детей, которое стоит перед нами, они уже будут помнить о том, что здесь было. Они будут знать эту историю, и тогда не будет подобных ошибок. Мы знаем, что те, которые приходили убивать, на их ремнях было написано «С нами Бог». Мы знаем нашу историю, что христианство, оно принесло много боли для вас, евреев. Поэтому мы приходим на эти места. И каждый наш памятник, каждый рубль, который мы жертвуем, это наше «простите нас». Простите нас и доверяйте нам. Мы будем вместе с вами. Аминь. Вот уже 5 лет я являюсь координатором рабочей группы по ведению иудео-христианского диалога в России. Свидетелями деятельности, которые были те короткие кадры, которые фотохроники, которые вы уже видели и которые уже стали историей. Я думаю, после видеоролика, который вы видели только что, мне не нужно более рассказывать о причинах, заставляющих нас, христиан, быть рядом с евреями в их стремлении сохранить память о тех, кто сгорел в огне Холокоста, вместе с ними ставить памятники на местах массового уничтожения их отцов и матерей и выбивать в камни чудом сохранившиеся имена немногих из них. А потом рядом с этими именами, там же, в камне, написать еще 2 слова. «Простите нас». Потому что мы все больше и больше начинаем понимать, что Холокост не только или не столько связан с историей еврейства, сколько с историей христианства. 5 лет назад наша страна праздновала 65-летие Великой Победы. В те памятные дни здесь, в мемориальной синагоге на Поклонной горе, впервые встретились лицом к лицу представители еврейских и христианских общин и организаций России. Здесь, с этого места, впервые в молитве от лица Церкви России мы попросили прощения за исторический христианский антисемитизм и согласились поддержать проект Российско-еврейского конгресса «Сохранить достоинство» по увековечению памяти жертв Холокоста. Здесь и начался иудео-христианский диалог в России, диалог не слов, а дел. Сегодня, по прошествии 5 лет, мы можем лишь в восхищении удивляться, какая честь была предоставлена нам стоять рядом с нашими братьями-евреями в решении нелегкой задачи по сохранению памяти их невинно убитых предков и в оказании помощи тем, кто остался в живых, бывшим узникам гетто и концлагерей. За эти годы мы научились доверять друг другу и быть верными в решении поставленных целей. Каждый построенный мемориал, каждый отреставрированный памятник и каждая установленная памятная доска соединяли нас, навсегда удаляя вековые непримиримость, непонимание и недоверие. Более 100 христиан обучились на курсах Российского научно-просветительного центра «Холокост». Многие закончили их и потом прошли стажировку в Израильском музее «Яд Вашем». Это дает нам надежду, что антисемитизм и равнодушие по отношению к еврейскому народу навсегда уйдет из наших церквей, чтобы открыть широкий, просторный путь для добрых и серьезных перемен.
Помогая еврейскому народу в восстановлении памяти жертв Холокоста, мы сами получаем исцеление от беспамятства, забыв о том, из каких истоков мы проистекли и какому дереву были привиты, что наш Бог – Бог Авраама, Исаака, Якова. Вот почему, начав иудео-христианский диалог, мы не должны останавливаться на достигнутом. Быть вместе, тем более что-то делать вместе, всегда невероятно трудно. Это путь преодоления преград, в первую очередь, внутри себя. Но это также и путь преодоления преград и непонимания среди тех, кто окружает тебя, зачастую тех, кто очень близок к тебе. Когда 5 лет назад президент Российского еврейского конгресса попросил наших епископов о помощи, о реализации проекта «Вернуть достоинство», для них это оказалось неожиданным. Они ответили: «Мы попробуем». 4 московские церкви начали путь, по которому никто не ходил прежде, начали его под пристальными и зачастую непонимающими взглядами многих христиан. Кое-кто из них начал называть созданную рабочую группу по ведению иудео-христианского диалога похоронной командой. Сегодня подавляющее большинство христиан уже так не думает. Ведь похоронная команда – это наемники, равнодушно исполняющие свое дело на глазах плачущих и скорбящих родственников и друзей. Быть может, таковы мы были те, кто 70 лет назад закапывал трупы евреев в расстрельных рвах. Но сегодня неравнодушие движет в нашем стремлении помочь еврейскому народу в сохранении памяти о лежащих в тех самых рвах, а наша любовь и сострадание, наше искреннее желание сохранить память о невинно убитых. И потому у нас, носящих на себе имя Христа, мы верим, есть надежда обрести место среди их друзей и их родственников. За 5 лет мы сделали многое. Но это так мало по сравнению с тем, что предстоит сделать. В нашей стране около 500 мест массового уничтожения евреев во время Великой Отечественной войны. Я думаю, по этой причине Всевышний собрал в этом зале сегодня так много лидеров христианских общин, приехавших со всей России, от Сахалина, Чукотки до Санкт-Петербурга и Калининграда. Я думаю, по этой причине здесь так много представителей христианских организаций из других стран мира. Поэтому мы уверен, у иудео-христианского диалога есть большое будущее. Объединяясь с еврейским народом в сохранении памяти жертв прошедшей истории противостояния и ненависти, мы исправляем эту историю и несем мир этому миру. Спасибо.